Аграрии намолотили более 6 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Параллельно проходит подготовка почвы под сев озимых культур. Темпы в два раза превышают прошлогодние показатели. Также хозяйства уже заготавливают лен и убирают кукурузу. Белорусская продукция пользуется повышенным спросом на рынках сбыта. Там ее разбирают быстрее, чем производят. Организации системы Министерства промышленности при росте объемов производства минимум на четверть увеличили экспорт. Поставки в страны СНГ и Азии выросли в полтора раза. Более 160 инженерных классов впервые откроются в Беларуси. Зачислены порядка 2000 учеников. С нового учебного года они начнут изучать азы технических специальностей. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления льгот при поступлении выпускникам таких классов. Футбольный клуб «Белшина» проводит день открытых дверей. В 10 часов 26 августа и 9 сентября на стадионе имени Прокопенко пройдет набор в группы подготовки по футболу среди мальчиков от 5 до 9 лет. За дополнительной информацией можно обращаться по номеру 8029-388-2235. Во всех районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Такие меры введены из-за жары и повышенного уровня пожарной опасности. В массивах разрешается собирать грибы, ягоды, прогуливаться, но под запретом въезд на механическом транспорте и разведение костров.